нас окружает разноцветный мир. Почти все наши знания о Вселенной были получены благодаря свету. Так что же такое свет и что такое цвет? Цвет делает все вокруг рельефнее, ощутимее. Да и просто открыт глаз. Но палитра Вселенной гораздо богаче. И если взглянуть на небо в невидимых лучах, нам откроется необыкновенное. Разноцветная Вселенная.